Ну вот, мы отклеили все наше дерево, всю подставочку отдекорировали камушками, сизалем и листвой. Теперь смотрим, чтобы нигде у нас не оставалось клея. Все убираем. Вот. Последний этап наш — это расправление полностью всего дерева. Я заранее как бы подготовила, но всегда есть что поправить, как говорится. Придаем ему объем, расправляем все листочки, колокольчики. Смотрим, где не нравится. Можем отогнуть, так как мы не покрывали наши ветки гипсом. Их можно гнуть в сторону. Вот такое фантазийное дерево у нас с вами получилось. С листиками, как у березы, и цветочками, как у цветка абутилона.